Футболисты самарских крыльев Советов, похоже, нашли свою игру. Подопечные Игоря Осенькина разгромили омский Иртыш на выезде со счетом 0-4. Эта победа стала четвертой подряд для волжского клуба. Первый гол в поединке забил нападающий Иван Сергеев. Он откликнулся на передачу Дмитрия Кабутова и переиграл голкипера хозяев поля. Под занавес первого тайма воспитанник самарского футбола упрочил преимущество гостей. Егор Галенков реализовал выход 1-1. Во втором отрезке встречи на поле появился легионер Радугин Сарь. Полузащитник отметился дублем и установил окончательный счет на табло. Гонсарь после травмы у нас наконец забил, и мы хотели бы эти мячи забивать пораньше. Мы все сделали по количеству моментов, чтобы мы уже совершенно в такой игре безболезненно довели ее до концовки. Соперник преподал нам хороший урок. Эта игра выявила огромные проблемы нашей команды при ведении оборонительных действий. Не только индивидуальные ошибки мы допускали, но и коллективные всей команды. Нас хватило ровно на 10 минут. После этой победы «Крылья Советов» занимают третью строчку в турнирной таблице и имеют в своем активе 19 очков. Следующий поединок волжане проведут на Самара-арене 23 сентября. Подопечные Игоря Осенькина померятся силами с брянским «Динамо». Начало поединка в 19:00. Анатолий Головко, «События».